Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать о такой интересной функции на YouTube, как спонсорство. Любой из вас может стать спонсором данного канала «Автосправочная». Что это дает? На моем канале предусмотрено три уровня спонсорства. Первый уровень называется он «Шутку на бензин». Участие в данном уровне стоит 99 рублей в месяц. Взамен вы получите ответы на комментарии в первую очередь. То есть, когда вы будете оставлять комментарии где-то в записях, под видео, в трансляциях, ваш ник будет отмечаться специальным значком, обозначающим, что вы спонсор данного канала. И, соответственно, я также буду получать оперативные уведомления о комментариях именно от спонсоров. Поэтому я смогу видеть эти комментарии и отвечать на них в первую очередь. То есть все это должно работать очень оперативно. Второй уровень называется «На новый микрофон». Он стоит 149 рублей в месяц. В дополнение к бонусу предыдущего уровня, при участии на данном уровне вы также получите ранний доступ к новому контенту. То есть, когда загружаешь видео на YouTube, там есть специальный режим, показывает только для спонсоров. Поэтому, когда выходят какие-то новые эксклюзивные видео, вы сможете смотреть их раньше, чем все остальные подписчики. И третий уровень, он называется «На новую камеру». Стоит он 499 рублей в месяц. Здесь также вы получите все бонусы, доступные на предыдущих уровнях, а также упоминание спонсоров на канале. То есть при публикации некоторых видео я вначале буду говорить, что спонсором данного видеоролика является пользователь там Иван Иванов, например, и так далее. Естественно, это все является добровольным, то есть участвовать либо не участвовать в данном формате решать только вам. Все, кто не хочет участвовать, не будет спонсором, естественно, я не буду их никак обделять. Естественно, они сильно не пострадают. То есть, в любом случае, рано или поздно, все эти ролики, все преимущества все равно будут публиковаться для всех. Отвечать на комментарии тоже я стараюсь всем, но это не всегда получается оперативно сделать, потому что подписчики растут, и число комментариев каждый день тоже растет. Поэтому, выбрав интересный вам вариант спонсорства, вы сможете таким образом раньше других получать интересующую информацию. Такая вот информация. Спасибо всем, кто посмотрел. Тем, кто решил стать спонсором, отдельное большое спасибо. Всего всем спасибо.